Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотегерь. Мы продолжаем записывать ДБДшечку. Анька, с хорошим билдом, с хорошими аддонами, с хорошими перками, с хорошими зрителями, с хорошим блогером. Все как надо. Все так, как вы это любите, как говорится. Фига себе, против какого древнего сурва играю. Он уже 5 лет в ДБД. 5. Это жопа. Играем, играем и еще раз играем. Не знаю, пока еще не решил, что буду снимать в мае. Ну, по нашей с вами договоренности, ДБД вернется в июне. В июне, да. А потом в октябре. Поэтому в мае у нас с вами будут другие игрушечки. Будет по 2 ролика в день и стримы, когда мне будет удобно, когда у меня будет появляться время. Наиболее оптимальное время для стримов, именно с точки зрения актива аудитории, я давно понял простую мысль, что с пятницы по воскресенье вечером оптимальное время для стримов. Ну, не всегда так получается, конечно. А вот когда получается, тогда делаем. Ух ты. Норман тут меня законтрит, к сожалению. Тут вариантов нет. Ну, не хочется как-то играть вот это вот клоунадить, понимаете? Хочется просто поиграть. Вот. Интересно, для англоговорящих это типа он свой ник подписал как ад или как черт? Любопытно. Охренеть, какая ты красивая, Нейта. Просто секси. Ну, те, кто против Хантрески скидывает палетки именно у нее прям перед мордой. Таких принято называть актерами. Ты гонишь, что ли? Это другое дело. Да ты! Ой, я радостный-то, какие я. Хитбокс, конечно, у Аньки хорош. Топор объективно. Но не субъективно, а объективно. Летел мимо. Я каким-то образом попал. Это называется совершенный хитбокс Хантерски. Опа.
На 10-й скорости. Так что ты гонишь. Хорош. Хорош. Так, надо как-то руку по-другому ставить. Я беру руку охотницы. Что это? 316, ладно. Молчу. Но с другой стороны, как вы прекрасно знаете, есть такое понятие, как лаг-свитчер. Сейчас вот он не лагает. Вот именно поэтому, ребят, я никогда не буду записывать за сорок. Я тупо, ну вот, не могу заставить себя так вести против манов, как они ведут тут, как у них принято в ихнем зверинце. Падает за 30 секунд. Именно как монсёр. Ничего из себя не представляет. А таксичизму... Заметьте, Хелл больше не лагает. А ваганул он именно, когда подрубилась жопа. Да, ни разу не читеры в этой игре. Сразу же побежал. Вот-ка давай, подруби еще раз свой лаг-свитч. Что, не включается? Конечно, перки на все случаи жизни. Мне даже как-то, знаете, нервничать неохота. Зачем? Раньше нервничал, раньше психовал. Сейчас же просто... Просто похуй. Где я, где палета? Ни разу не игра говна. Непонятно. А ты смотри. Чик-чик, дам. Чик-чик. Я знаю, что Нейка бывает сбоку. Нет смысла. Yeah.
один выманивает, другой снимает. Не пойду. Конечно. Делать мне ничего больше. Утромерка хорош. Блин, здесь молодец. Молодец, молодец. Ну, это сложнейшая карта. Манам 4-4 затащить ничью. Я уверен, что это достойно. Благодарю всех за лайки, за комментарии, за подписки. С вами был Видеотекарь. Всем пока.